8 липня по Києву ударила російська ракета. Пряме влучання. Крилата ракета Х-101. 8 июля по Києву ударила російська ракета. Прямое попадание. Крилатая ракета Х-101. Ее разработали для поражения значительных военных целей. Путин ею поразил детскую больницу «Ахмаддет». Одна из сотен украинских больниц, которые были, к сожалению, разбиты российскими ракетами, бомбами, артиллерией. Из «Ахмаддета» мир увидел тысячи фото и видео того, что случилось. И как украинцы сплотились. Увидел, как Украину хотят убить. И как, несмотря ни на что, Украина преодолевает удары. Как объединяет мир, чтобы защитить жизнь, и как мир вдохновляется тем, что удается Украине. Здесь, как и в тысячах подобных мест, проявила себя Украина, которой мы все гордимся, за которую сражаемся, которая чистая сердцем и самая сильная тогда, когда мы все заботимся друг о друге и когда видим друг в друге своего. И когда мы все не боимся защищать Украину. Это именно та Украина, которая сквозь века сохраняет себя, что бы ни происходило. И какие бы захватчики ни приходили на нашу землю. Украина всегда находит силы не только для того, чтобы выстоять, но и чтобы сохранить в себе то, что отделяет нас с вами от зла. Дорогие украинцы и украинки, мы сражаемся против страшного врага, которого не назовешь человеком, и который бесконечно далекий от настоящего христианства. Его сущность – это руины, смерть, которую он несет, и которую мы должны одолеть. Украина не может согласиться на меньшее, чем жить, на меньшее, чем сохранить себя, на меньшее, чем остаться людьми. Украина не подчинится злу, которое проливает кровь ради своего больного самоутверждения, которое презирает правду, и человеческую, и Божью, и обесценивает всех, кроме себя. Россия именно на этом строит свою государственность. Но мы с вами другие. История украинцев на этой земле достигает глубже, чем тысячелетия. И кто бы ни приходил сюда, чужой, и кто бы ни делал все, чтобы Украина не могла быть собой, он не сломил наших людей и духа этой земли, не сломил то, что делает нас Украиной. Я хочу поблагодарить сейчас каждого и каждую, кто пришел в Ахмаддет после этого удара, и кто спасает после каждого подобного преступления России, всех, кто помогал разбирать завалы, кто действовал, чтобы спасти детей, и всех, кто сопереживал, кто говорил миру, что происходит. И я благодарен всем в мире, кто не молчал и кто ищет решение, чтобы поддержать нашу защиту жизни, кто помогает нашей защите неба, кто поддерживает наших воинов оружием, кто обеспечивает давление на Россию за все ее зло, и кто делает так каждый раз, когда нужно доказать, что жизнь сильнее врага. Украинцы, украинки, я благодарю вас за то, что вы верны себе, нашей цели, нашему государству, нашим ценностям, которые обязательно выстоят, потому что уже обрели опору в веках. Имеют корни в Киевской Руси и продолжение в казацком государстве и живую силу сегодня, силу Украины, которая делает наибольшее и самое важное за всю свою историю. Это Украина, которая не только защищается, но и объединяет многих других для защиты жизни, которая гордится своими людьми и героизм, который мир чтит. Это Украина, флаг которой наши родные сине-желтые цвета рады видеть везде, где действительно ценят смелость. И наш тризуб, наш величественный герб, который мы унаследовали от древних князей, есть и на шевронах, и на футболках, и просто в татуировках. Это символы, по которым мы узнаем своих, где бы ни были. И это эмоции, которые нас объединяют, когда мы слышим, как звучит Украина. И это наши достижения, которые не кто-то дал, а мы все для Украины принесли. Все это наше государство. Сегодня, в день украинской государственности, в день крещения Руси Украины, мы вспоминаем путь, который прошла Украина. И всеми силами сосредотачиваемся на битве, которую Украина должна выиграть. Это битва ради нашей независимости, ради того, чтобы эту независимость могли наследовать следующие поколения. Наследовать, а не отвоевывать. Чтобы мы им дали гордость за Украину, а не ее боль. Чтобы никакие путины больше не смели приносить сюда руины и страдания. Мы с вами уже отмежеваны нашим духом от этого врага, и мы должны сделать все, чтобы и наша государственная граница с ним стала настоящей границей между миром нашим, который неотделим от мира глобального, и теми, кто пытается нас уничтожить. Мы должны победить это зло, и Украина это сделает. Здесь всегда будет Украина, наша история, наши люди, наше государство. Я поздравляю вас с Днем Украинской Государственности и благодарю всех, кто с Украиной. Слава нашим людям, слава Украине! Слава нашим людям! Слава Украине!